все ложь. Они за это получают 1 миллиард долларов. То есть мы оплатим проценты, они, мы им даем кредит, получается. Мы кредитуем сельское хозяйство. Мы скупим их излишки продовольствия и проценты еще вернем в следующем году и в последующем. То есть хорошая сделка для американцев. Они за счет нас кредитуют свое сельское хозяйство. Количество продовольствия, которое завезено в сентябре, в октябре, меньше, чем завозимое раньше за каждые два месяца, в 6,6 раза. Это создало ситуацию, когда запасы продовольствия уменьшились до 2-3 недельного уровня. Во-вторых, программа предусматривает целую систему мер, обеспечивающих выход на этот уровень.